Отлично. Это, кстати, очень-очень-очень сильный международный мастер из Латвии Никита Мешков. Никита Мешков, ты с ним играл уже, видимо, да? Да, играл много и с печальными для себя результатами обычно. В классику? Классику не играл. Быстрый и в Блице в Эйге играл. И много в интернете играл. Ну тут, короче, в чате прошло голосование по поводу того, может ли Платон поучаствовать в этой рубрике, и все пришли к выводу, что нет. Ну, разумеется, нет, потому что Платон не мастер. Он сказал, я почти мастер Украины. Нет, ты почти мастер Украины, но, по-моему, за мастера Украины здесь не дают тычку. Или дают. Так, вот это, по-моему, очень подозрительный ход. Там, стоп, почему ты не взял, и в промежутке конь А4, и пешка зависала на Ферзь этой. C7, пешка защищалась. А, понял. Плюха Миха. Это вот Михаил Плюха в нашей группе, Это ребят. тоже не мастер, поэтому... Нет, понимаешь, он тыкнул, что он не будет присутствовать на марафоне, поэтому мы его не ждали. Что Ну, здесь? теперь он пришел, что же делать? Конь E4, наверное. Наверное, да. Постарайся удержать флаг. Кстати, уникальная ситуация. В этой рубрике у нас 20 с лишним секунд. Это фантастика какая-то. А, Платон, пора, пора. Вроде играешь неплохо, надо уже выполняться. Ну что, удар? Удар мне в 6, 2 слона. Брать не надо один раз, а там подумаю. Согласен. Ферзя не удается никуда подключить, к сожалению. Да, ферзь на b6 неплохо все поля покрывает. Ну ладно. Вот это собачки. Дайте Никите 2650. 2650, я думаю, в этом марафоне не будет. Нет, во-первых, 2650 не будет, а во-вторых, вам так хочется, смотри, как меня избивают. Почему такие кровожадные? Король F8, дверь. Я бы не рискнул, наверное. Не, можно же побить. А, там конь не выйдет. Или выйдет. Вообще-то пешка лишняя. Мы можем ферзь d6 сыграть. Ферзь d6, ладья e7. И здесь. И там и конь h7 выйдет. Ну, король e8, мата вроде нет, но. Конь f6, там сейчас. Ну слушай, тут должны добить. Не знаю, кстати. Ну есть ничего. Стоп, может даже ладью как-то туда другую привести. Какие вот типовые идеи у черных сейчас? Коня через c7 на d5 привести? Ну, не вижу за себя идей. Петя в сети? Да, Петя, кстати, надо будет добавить в какой-то момент, ты не находишь? Нужно было спросить у Пети, есть ли у него желание. Петя админ этой группы. Пете должно быть желание. Так, ну опять мы просадили очень много времени и ничего не добились. Я понял твою идею. Ладья c1, ладья c4, ладья h4 и туда. Нет? Так, ну лишняя пешка. Нет, пешка поровну. Пешек, да, пешек поровну, обидно. Все говорят, что ты зевнул конь g8 в какой-то момент. Он же 8 что-то давал. Не знаю, вот сейчас можно шаг дать. Не на король h7, что? Видимо, ничего. Но он будет на победу играть и сносить флаг. Не поиграешь на победу. Никита Мешков. Так, ну что, реально ничья? Минус 2 пункта.